Значит, песня про Тореро, я всегда говорил и говорю, что ею уготовано большое народное будущее. Главное запомнить последние строчки. Сейчас проверим. Однажды жил Вахурама Зиде, герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и праздник, там веселились Влад и Стар. Но портил общую картину, творя полнейший беспредел, правитель, скотина, он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против, горит при жизни привык. Народ повел тирана против, и наступил тому кирдык. И все, и след его растаял, да кто бы знал о нем вообще, когда б не троица святая, Пьер, Ажустер и Бомарше. Судьба несчастного Тарара легла морщинкой на челе, банкет на деньги с гонорара, и вот либретто на столе. А там солили друг сердешный, но лучше с ним не выпивать. Подсочинил мотив прелестный, и свет столов перевнимать. И все, и след ее растаял, готов бы пел ее волше. Когда б не Пушкин, что оставил след на бумаге и в душе. Событий много было разных, кто с кем, когда и сколько пил. Но помнится Ахура Мазда, как Моцарт оперу хвалил. Века летели, как хотели, на то не есть века. Но их ведет на самом деле поэта легкая рука. И мы, настроивши гитары, хлебнув шампанского с утра, мурлычем песню про Тарара. Тарарарара, тарарара, 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 тарарарара, тарарара. Запомнили, слава? Это песня про Тарара. Так вот, я думаю, ее даже можно в школах музыкальных, не только музыкальных. Вы знаете новость, какая придет в нашу музыкальную школу, будут объединять с детскими садами?